Внимание, розыск. Вышел из дома несколько дней назад, из дома, где проживал последние полгода в ночь и не вернулся. Ну вот, вот выехался, въехал. Строительная, бля. Вот ходил по руинам, бля. Кто что знает, кто что видел, слышал, информация для вас на этом вот, на этой фотографии, на вот этом объявлении. Объявление наложено на видео окрестности Кушмуруна, это южная сторона. Ну вот, вот на что-то надо было положить за одним, чтобы привлечь внимание, чтобы на Ютубе и так далее. Места у нас такие, знаете, как бы сейчас страшненькие, в общем-то. Много развалин и, ну, в общем, завал, как бы, поэтому... Все может быть. Возможно, пройти по развалинам, по старым домам где-то. Вот. Ну, возможно, кто-то что-то видел. А возможно, просто прибился какой-нибудь женщиной молодой, в общем-то. Ну и... Вот. Ну, вот такая есть надежда, что все нормально с ним. Ну, кто его знает? Время такое, что... Внимание, розыск. Абиев Сабуги Кантай Аглы 21.09.1994 года рождения. Дата пропажи, ну, наверное, исчезновения или пропажа, ну, не знаю. 16.10 этого года, 2020 года. Описание. Вышел из дома, улица Суворова, поселок Кушмуру, на Уликольский район, в неизвестном направлении. До настоящего момента, сегодня у нас 21-е, местонахождение неизвестно. Был одет толстовка серого цвета, черные трико, серые мокасины, джинсовый рюкзак. Приметы среднего телосложения, рост 160-165, глаза карие, на голове много веснушек. На левом плече татуировка в виде черепа. Нужна помощь распространения ориентировки. Всем, кто обладает информацией, телефоны указаны. 8-775-521-60-42, 8-700-974-43-46, либо 102. Вот такая вот ситуация сложилась. Парень не наш. Ну, по крайней мере, я его не знаю, что случилось. В общем, кто что знает, пожалуйста, сообщите. Заранее всем спасибо.